Новый Expedition 900 Ace, лыжи DS2, газовые амортизаторы HPG, платформа RF-XS, бардачок, приборная панель. Управление подогревами сделано уже по-новому. Кнопка переключения режимов Sport, Eco и Стандарт. В комплекте сразу подогрев шлема, разъем DES, электронный курок газа. Реверс в виде рукоятки. 92-й бензин как допустимый. Удобное двухместное сиденье. Сзади фаркоп петля. 38-й зацеп и подвеска SC5 Utility с подъемным задним блоком и возможностью регулировки подъема заднего блока либо его блокировки. Вот такой шикарный и удобный снегоход. Все три режима позволяют абсолютно по-разному использовать снегоход, либо в спортивном режиме, либо на целине, в режиме стандарт, когда он едет в натяг по очень глубокому снегу, либо на дальних пробегах в режиме эко.